Началось оно с достаточно простых вещей, с поджогов военкоматов. И там сначала это были единичные случаи. Мы знаем одного нашего, в общем, общего знакомого, который демонстративно сделал эту акцию в Москве и был сразу задержан. Но потом были карта, которая сделала та самая медиазона, которую вот вы сейчас видите на экране. Ну и, естественно, это вызывает ответную реакцию правоохранительной, в кавычках, системы. И тех, кто удается схватить, их сейчас судят по статьям терроризм и агитация вооруженных сил. И вот сегодня был самый жесткий приговор, который мы никак не можем оставить без внимания. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил по 19 лет лишения свободы сержанту полиции Роману Насрыеву и бывшему сотруднику МЧС Алексею Нуриеву. Они подожгли администрацию города Бакал в Челябинской области, где, собственно, располагался военно-учетный стол. И это потому, что вот 3 недели назад, 15 марта, второй западный окружной военный суд тоже надо подчеркнуть, да, обвинению в поджоге военкомата в Московской области. Да, связь, конечно, проблема, беда. Да. Ну, я рассказываю про конкретные дела, которые были. И вот еще один пример приведу. Просто очень хочется, чтобы эти имена прозвучали у нас в эфире. 20-летний Владислав Борисенко получил 12 лет колонии. Это был первый подобный приговор. Тоже, значит, за поджог успел бросить туда 7 или 8 коктейлей Молотова. И сделал пожар на площади, внимание, 1 квадратный метр. То есть большая часть этих бутылок не достигла цели. Ну вот как вы считаете, вот такие вот сроки, да, вот наша сейчас героиня последних дней, которая очень сильно нашумела по обвинению, которое мы до сих пор не знаем, правдивое или неправдивое, я думаю, что оно неправдивое, Дарья Трепова по делу Владлена Татарского сейчас тоже будет обвиняться в эти дела, а наш общий друг Владимир Карамурза, который ни на кого не нападал и не кидал коктейли Молотова, но тем не менее, который является, наверное, ну, образцом такого морального сопротивления режиму, ему требуют 25 лет. Еще больше запугать, посеять ужас, панику, потому что объявлять людей произвольно террористами, это может только сам террористический режим, что он, в общем-то, и делает. Поэтому, конечно, мы стоим на пороге нового витка массовых репрессий. Я хотел обратить внимание всех наших слушателей и зрителей о том, что Путин дважды уже обратился к спецслужбам, к ФСБ в частности, с предложениями там проявить особую жесткость, рвение в разоблачении, пресечении деятельности тех врагов, которые подрывают нашу страну, как он говорил. В общем-то, он по большому счету там даже в одном месте сорвался на фактически площадную брань. Видимо, он очень сильно сам, Путин, нервничает, истерит и даже вот допустил такое, инструктируя, скажем так, спецслужбы. Поэтому я думаю, что страна стоит на пороге массовых репрессий. Жестокость и озверение режима от страха за содеянное, от желания отомстить, от злобы за свои неудачи, она нарастает. Но нам придется этот период пережить. Я единственное, что надеюсь, конечно, я уверен, что люди эти сроки... Что вот сейчас сделают смертную казнь, поэтому давай вот сейчас... Значит, подпиши все, что мы тебе подсовываем, и тогда договоримся, будет какой-то мягкий срок, но зато останешься в живых. Уверен, что сейчас это будет одним из факторов давления на нее, и поэтому призываю всех вас, наших слушателей, обращать внимание. Мария Алехина сейчас развернула большую кампанию поддержки Дарьи Треповой и собирает деньги в ее пользу. Мы от себя сделали тоже туда достаточно большое пожертвование, будем делать его и дальше. И, пожалуйста, присоединяйтесь к этому.